Владимирским спасателям представили нового руководителя. Начальником главного управления МЧС области назначен полковник внутренней службы Алексей Купин. Ранее он занимал должность первого замначальника аналогичной структуры в его родной Новгородской области. Купин 74-го года рождения. Последние 26 лет служил на различных должностях в Новгородском МЧС. Карьеру начинал инспектором государственного пожарного надзора поселка Любытино, откуда он и родом. 6 июля Алексея Купина представили владимирским спасателям в качестве нового начальника. О том, что познакомился с новым главным спасателем региона, в своих соцсетях сообщила губернатор. Ему начальник регионального управления МЧС представил лично замминистра РФ по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Илья Денисов. Подробности встречи не уточняются. Напомним, ранее руководил владимирским управлением МЧС с приставкой в РИО полковник Руслан Блинов. Он замещал генерал-майора внутренней службы Владимира Белозерова, который уходил в отставку дважды. Сперва в сентябре 19-го его перевели на аналогичную позицию в Курской области, после вернули в наш регион. Окончательно он покинул свой пост только в марте. Стоит отметить, что новый начальник Алексей Купин назначен в напряженное для владимирских спасателей время. Сейчас в регионе действует особый противопожарный режим. Плюс несколько дней назад сгорело сразу два учреждения культуры – Владимирский театр драмы и Дом культуры в Гусь-Хрустальном.